Ситуация с разрушением многоэтажки на Толстого, 25, продолжает оставаться в центре внимания. Большая щель между плитами образовалась снаружи здания и внутри квартир недавно. Жильцы думают, что это происходит из-за работ, которые ведут у соседнего дома, у ЖК «Олимп» на Грибоедова, 46. Случилось следующее. Осенью прошлого года у нас вдруг началась вот эта вот ерунда, по-другому не скажешь. Строящийся дом решил к нам провести свою канализацию. И, соответственно, что мы видим? Придомовая территория у нас превратилась в бардак. Мало того, у нас поехали плиты на доме. На участке действительно проводились работы по прокладке коммуникаций к ЖК «Олимп» на Грибоедова, 46. Их выполняет компания «Техуклад» по договору с Приморским водоканалом. Говорить однозначно, что именно это послужило причиной разрушения, пока рано. Экспертиза еще не закончена. Сейчас в трех квартирах установлены специальные маячки. Они фиксируют процесс повреждения здания. Все работы приостановлены, а котлован решили засыпать. На текущий момент уже информация от экспертов итоговая сформирована. Маячки себя повели стабильно, ничего не изменилось. И посоветовавшись с жителями дома, безусловно, опираясь на мнение экспертов, мы приняли решение о том, что необходима обратная засыпка. Какие-либо иные работы по утрамбовке, по прокладке этих сетей мы приостанавливаем вплоть до четверга, когда у нас уже будет на руках итоговая экспертиза, которая все еще проводится. Екатерина Зверь, Олег Завялов, новости на восьмом.